Поселок Мясокомбинат в советском районе Самары. Жители беспокоят состояние дорог, которые от центральной улицы ведут к жилым домам. По их словам, в дождливую погоду пройти здесь трудно. А вот, допустим, налево швырну, там на постовую, на рыбу. Там грязь, а зимой вообще не чистится, ничего. Беспокоит жителей микрорайона и сухостой. Некоторые деревья представляют опасность для прохожих. Нина Гришина рассказывает, сама недавно чуть было не оказалась под рухнувшей веткой. Я шла вот. Его 20 шла, метров. Вот. Как шарахнулся вот так поперек. Я вот так, еще один шаг, я бы уже под деревом была. Решением этих вопросов теперь займется общественный совет микрорайона, в составе которого 29 человек. Председатель говорит, будут решать проблемы по мере их поступления и, самое главное, общими усилиями. Я всегда говорю, что дорогу осилит идущий. И чем больше людей знают, чем больше людей принимают участие в жизни собственного района, собственного места, где они проживают, тем больше возможностей, что эту проблему услышат, тем больше возможностей, что для решения этой проблемы найдется средства в различных бюджетах разного уровня. Да, и тем быстрее эта проблема разрешится. На встречах проекта на связи с губернатором люди могут задать все накопившиеся вопросы. Общественники постараются ответить на каждый и вместе с жителями найти пути решения. Власть ближе к народу, а народ к власти – основная цель реформы местного самоуправления, которая сейчас реализуется в Самаре. Уже 13 сентября жители сформируют команду созидания на выборах в районные советы депутатов. Павел Баймаков, Константин Головин. События.